вы увидите стройный, изящный белокаменный минарет мечети Марджани, первой каменной мечети в городе. Вот сейчас мы проезжаем с вами перекресток, а сразу за ним направо от нас будет уходить одна из пешеходных улиц Татарской Слободы. Пешеходная улочка и мечеть Марджани сейчас будут справа от нас. Идет уже такие последние завершающие штрихи. Здесь у нас сделали новую набережную. Вот пока она еще не открыта, мы пока еще сами не знаем, что здесь и как будет. Ну, какие-то интересные зоны, какие-то фонтаны, кинотеатр на воде под открытым небом. В общем-то, посмотрим. С правой же стороны, в небольшом сквере, на высоком постаменте, вы сейчас увидите памятник Габдулле Тукаю, одному из самых любимых и популярных поэтов у татарского народа, который умер только, к сожалению, совсем молодым. Ему было всего 27 лет. Но вот за такую короткую жизнь он действительно написал очень много красивых сказок и стихов. Ходить главная торговая и пешеходная улица в городе – улица Баумана. Вот сейчас кто в левое окно посмотрит, на улице Баумана увидит высокую, красивую колокольню церкви Богоявления. Кстати, в 19 веке это была самая высокая постройка в городе. Мужчина с черпаком, девушка с коромыслом и ведрами. Памятник, посвященный первым казанским водовозам. То есть не какому-то конкретному известному и знаменитому человеку, а простым жителям Казани. Сейчас эта композиция будет справа от вас. В нашем городе администрация. Здесь и Кабмин, здесь и Госсовет, и Верховный суд, и Управление налогового департамента. То есть действительно все в одной части Казани. Ну вот сейчас после поворота, например, на нас с вами с правой стороны под своими окнами будет смотреть здание Кабинета министров Республики Татарстан. А мы с вами направляемся сейчас к месту древнему и святому. Месту обретения чудотворной казанской иконы Божией Матери. Обретение иконы произошло в конце 16 века. В Казани тогда вспыхнул очень сильный пожар, и вот после него одной девочке, Матроне, приснился сон. К ней во сне явилась Богородица и сказала: «Ты должна пойти вот на такое место и достать из земли спрятанный образ». Взрослые всерьез рассказ девочки не восприняли. Сон повторился снова, и после третьего сна девочка с матерью все-таки отправились на то место, что было указано во сне, и начали поиски, и вскоре из земли достали старую икону. Ее торжественным крестным ходом отправили в Благовещенский собор Казанского Кремля. По дороге в храм икона явила людям свое первое чудо. Вдоль дороги сидел слепой человек, он, обращаясь к иконе, вдруг получил прозрение. Конечно, народ обрел огромную веру в ее чудотворное свойство. Списков с иконы было сделано множество, некоторые считались чудотворными, и один из них отправили в Москву царю Ивану Грозному, а он повелел на месте обретения иконы поставить храм и устроить при нем женский Богородицкий монастырь. Впоследствии иконы перенесли в этот храм, на место, где она явилась людям. Много можно рассказывать про икону, про ее чудотворное свойство, сколько исторических событий с ней было связано. Но вот в начале 20 века, в 1904 году, в Казани произошла действительно трагедия. Икона из храма была похищена. Был тогда арестован и пойман профессиональный вор Федор Чайкин, который сознался, что икону украл и сжег. С этого момента дальнейшие ее поиски успехом не увенчались. Икона и не была найдена, она не найдена и теперь. Казанский мужской монастырь. В основном
нас Казань в 2005 году отмечала тысячелетний юбилей, а примерно в 9-10 веках из низовий Волги, Дона пришли тюркоязычные племена. И они основали новое государство Волжско-Камскую Булгарию. И для охраны северных границ этого государства была построена крепость, неприступная, она получила название Кермен. Где-то примерно с начала 13 века Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды. Крепость стала центром Казанского княжества. Арка. Кремль. Заканчивается эта мечеть. И это была инициатива нашего первого президента. Объявили тогда конкурс на лук. Красивые Все они издавали полный ценных камней. Конечно, стоимость имеет огромную. Но в первую очередь все как художественное произведение. У нас в мечети всего 4 уровня. 4 этажа. Вот войдя, мы с вами оказались на втором. Внизу на первом располагается музей исламской культуры. Мечеть у нас еще и просветительское учреждение. Рядом с ним работает.